Во! Во! Наконец-то начинается бой. Давайте посмотрим. КД. 12 секунд на счете КД. Многовато, блин. Я думал, хотя бы 8 будет. Вот вопрос теперь, что лучше взять. Так, что у нас есть? А, у нас есть Рейнор. А ему, между прочим... О, у нас еще и Иллиден есть. Нет, я... Иллидан, да что ж я его все... Беру щит тогда. Договорились. В принципе, Рейнора или Дана надо будет прикрывать постоянно. Раз в 4 секунды я восполняю здоровье. Всем. Слушай, у меня дамаги нету вообще. Слушайте, ну мой щит помог Рейнору. 100%. Ой, парни, 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 что творите? Надрали нам тут задницу, хотя нет. Или да. Да, надрали. Так. Интересно, кто у нас лучше играет? Иллиден или этот? Или Рейнор? Чё, Зет? Фазовый сдвиг. О, ёшкин кот! Он телепортируется к дружескому герою. Хоп, я хилю. Я реально хилю. Кто не все собрались? Так, талант. Новый талант. Мимо. Слушайте, ну он довольно-таки резво регенерируется так-то. Ну куда ты убежал-то? Ой-о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 й! Ой, не ту кнопку нажал! Все, меня тут уже убили. Господи! Вместо Alt-E нажал Win-E. Ну это го... Ой! Как по-витински, а? Ой. Что за... На зибу взял, свалил вообще. Во, гад. У ваших врагов тугие карманы. Выкатывайте орудия. Не ждите. Стреляйте, недоумки. Новый
Блин, еще в эпицентр надо попадать. Знаете что? Сокровище каждому! Но в основном... Ну да, хилю я знатно. Поздно увидел. Но Зибу у нас теперь бот. Теперь вообще пофиг ему там все. Будут по КД забирать. Что за упор это вообще? Пришел ради того, чтобы отдать вообще катку. Ну это бред. Ну, что за... Вот, как таких идиотов вообще носят? Враг снес еще один форт. Покажем сухопутным крысам, чего мы стоим. Ну а чё ты? Куда ты? Ладно. И кто оплатит мои услуги? Уже в пути. Во-во-во-во, замес. Ну, парни. Ну ничего. Кто будет кого убивать? Я тут готов поддерживать. Я ж саппорт. Так, куда едем? Куда летим? О, сверху там что-то большое идет. Ух ты! Я не могу сразу везде быть. О, наверное, больно. Давай! Блин, я влип куда-то. Там стежок уже несет все подряд. Ну что, по рукам! Сейчас зададим врагам удар! Беда, беда, беда. Что-то у нас очень много все вместе всего делают. Одним фортом меньше. Все, хватит. Так. Мы бесплатно не воюем. Ладно, ладно, он говорит. Доступны новые таланты. Веруй убить! Похоже, враги потом... А как я сдох-то? Всегда готов принять... От чего я сдох? Я там поражался по полной программе. Так, после депортации нацель щит.
снижает скорость передвижения целей на 30% на 3 секунды. Блин, ну тут еще попасть надо. Ну опять они прокастились, засранцы. Наверное, с фазовый щит все-таки. Снова жива, говорит, рада по уши. Голда, надо сюда срочно. Сейчас я тут сожрут уже, наверное, пока я доплыву. Сзади загарчик. Че не нападаем-то? Мы просто вынесли сами. Без всякого этого. Герой, конечно, классный, а ультави далеко сколько дамаги вносит. Так, сильная сосредоточенность, когда запас здоровья светика. Ого. Ого. Это мне сколько маны надо иметь? О. Давай я лучше сдам. Их как раз 12 будет. Сейчас мы им еще набамбамим что-нибудь где-нибудь тут. Так, меня только не оставляйте здесь. Что? Все заплатили? А, без разницы. Свистать всех наверх. Сейчас я помогу Рейнору здесь, а потом туда тпхнусь. Ой-ой, там нашим бобо. Уже в пути. Отставить огонь! Почувствуйте ненависть 10 000 лет! Давайте отойдем, ребят, реально. Уже, ну они прям сыпятся под нами. Ну, конечно, Иллидан под светиком это просто бомба. Его никто пробить не может. А он хилится, как лось. Так, на зибу наш тут бегает. Что-то делает. Мы должны захватить лагерь наемников. Этот герой мне действует на нервы. Забрали лагерь. Я обрел истинную силу. А где это? Или да. А, вот он выскочил откуда-то там. Ай, что-то меня засосало. Давай, давай, Илюша. Извини, я не могу помочь сейчас. Отлично.
нормульчо. Заносим тут. Надо отходить, маны нету. Почувствуйте ненависть 10 000 лет. Так. Я постоянно хилюсь. Вот это меня радует на самом деле. Надо дождаться, пока наши вернутся. Не понял, а где наш этот человек-пулемет? Я 7 дублонов где-то собрал. Во, я даю. Ай-яй-яй, сожрала меня. Засранка. Убили меня, бабки мои забрали. Давай, кроши их всех, вы не готовы. Отбери у них все мои деньги. О, отлично. Давайте, прожимайте эту. Сдавай, бабло, куда пошел? Да, о, тут еще нашел. Молодцом. Тут пусть дефает. Я прям почувствовался каким-то супер-пупер мега нападающим. Сейчас будет жах-жах. Ну тут на самом деле уже все, жах-жах-то нечего. Сейчас вот это все будет снесено. А, тут еще башни есть, елки. Ворота тоже считаются. И эту башню, да, сейчас? Пойду я Илюше помогать. По-моему, он здесь самый такой монстр. Обосраться. Пришел, поставил, блин, нас. Нет, он не хочет, он хочет ломить. Странный. Парень, ты что творишь? Он что-то вообще творит, гад. Слился. Ну сам виноват, я не знаю вообще, зачем он туда попер. Смысл? Чего он там искал? Вот этот тоже что-то туда прет, зачем?
его команда его не поняла, судя по всему. Нам надо босса взять и все. О, наконец-то! Наконец-то он прозрел. Босс же стоит, действительно. Попал. Что, есть что сдавать? А, в принципе, да, она там осталась-то. И все. Илюша, давай, не тупи. Все вместе пойдем, если все будет хорошо. Захватим этот лагерь наемников. Ух ты! Да, все заплатили! А, без разницы! Писать всех наверх! Крепость уничтожена! Я думал, долго он будет стоять смотреть на это или нет? Давай, парни, заходим. Видишь, какая? Убить меня хотела. Уже база, что ли, главное? А, ну тут все уже. ГГ. Здесь уже ГГ. О, отлично. У нас, как главное, вышел этот Назибо. Сразу игра пошла. Вот это мне нравится, когда бот играет лучше, чем человек. Слушайте, классный герой. Мне понравился очень. Во-первых, это дикий саппорт, он постоянно саппортит, он постоянно лечит команду, он постоянно вот щиты твои, вообще тема вот для таких вот убийц, которые у нас были, Рейнор и вот Иллиден особенно, Иллиден, Иллидан, в конце концов, Иллидан в конце концов понял, что когда я рядом, он может вообще чудить против 5-5 заходить вообще легко, он это и делал просто, я на него выкидывал там все, что у меня есть, щит я прокачал, все. То, что хилит постоянно довольно-таки солидное количество здоровья, тоже классно. Вот эта вот летающая фитюлька. Конечно, в основном только против мобов. Тут вообще ничего не говорится. Вряд ли когда можно попасть, наверное, в героя, если только застаненного какого-то. Вот. Ну и контроль, конечно же. Вот этот контроль через овцу может прервать любой врыв другого Иллидена, например, какого-то, или Зератула, я более чем уверен, можно прервать и просто зазергать за этот момент. Вот, и ульта супер. Ну, вторую я пока не видел, но вот эта ульта супер. Дамагает уйма, контроль раскидывает. По-моему, очень даже неплохо. Такой многогранный герой, если пользуется всеми его возможностями. Супер. Супер.